Приветствую, друзья, канала Fishing. Мы, как вы успели заметить, на рыбалочке. В общем, друзья, короче, сейчас расскажу все, погодите, предыдущую себя. Короче, такое, решили вчера вечером выехать, чтобы с утра сразу с рассветом уже выгрести. В принципе, не прогадали, но был расчет на то, что мы ночью выспимся в машине. Как вы понимаете, в машине ни хрена мы не выспались, судя по моему фейсу. 9 утра, 9:30, коматозит меня уже не по-детски, в общем. Но суть-то в чем? Рыбалка интересная, народу, правда, капец, троллингистов троллингуют тут вдоль и поперек. Нужно, короче, регулировщика ставить, чтобы он тут всех разводил, а то, блин, чуть ли не сталкиваться друг с другом под лодкой. Не, ну это хорошо, то, что троллингисты проплывают под лодкой, то есть есть такое, такое мнение, что, типа, если двухтактный мотор, он поднимает щуку. Ну, в принципе, я не знаю, правда это или нет, но, короче, суть в том, что я сегодня уже одну щучку поймал, именно грамм 700, покажу потом, именно вот когда лодка прошла с двухтактным мотором громким, баранчит он, как хрен знает что, как трактор. И, короче, вот прошла, я в то место бросил и поймал там щучку. Значит, сейчас я вам быстренько, друзья, покажу свои снасти. Значит, у меня лодочка, моя любимая, моя красавица, умничка, Аквастар 2.90. Это грибная, не гребаная, как вы подумали, а грибная. Вот. То есть не для мотора. Есть у меня мысль взять еще и с мотором. Все-таки троллинг тоже можно попробовать. Значит, один набор Dragon Prog White X. Тест. Короче, рост 1,98 м. Тест 25-60 под воблера. Вот такой вот, так покажу. Катушка Team Dragon 2500. Надо побольше, под воблера чуть побольше. Трешка хотя бы, маловато. Так, ну все равно катушка классная. Воблер, битый окунь, друзья. Обалденный воблер, очень простой в проводке, заброс и равномерная протяжка, только подбираем скорость протяжки, чтобы кончик дребезжал, все покажу подробно. Короче, не знаю, вы увидите. Так, наверное, не увидите, я вам посчитаю. Так, там две лодки, здесь две лодки, там две лодки, 6 уже. Тут остров не видно, возле острова вижу 7-8. Так, там лодка 9-10-11, это то, что видно, друзья, это то, что видно. Так, ветерок чуть, сейчас пока камера без этого, без антиветровой защиты. Значит, один набор показал. Смотрите, друзья, кому интересно, я снимаю сейчас видеообзоры, такие сухие видеообзоры, чисто статистика, от себя стараюсь ничего не добавлять, хоть это мне сложно, для канала Float. У Седлера рыболовли. Правда, канал рассчитан на украинского потребителя. Это от магазина. Сейчас я свой фейс поверну к вам. Это так красиво. Это от магазина Float.com. Я там работаю, снимаю. Сейчас будем стараться снимать каждую неделю видео. Туда сухие обзоры товара, которым ребята торгуют. И вот сейчас я делал буквально неделю назад обзор именно на эти выборы. Там широкая линейка, их доступные цены. Короче, ссылку, кто украинскую мову розуміє, ссылку дам. А кто не розуміє, пожалуйста, канал Fishing, подписывайтесь, тоже много интересного. И мы стараемся разговаривать на международном понятном языке, по крайней мере, для стран бывшего Советского Союза, понятным точно. Так, с этим разобрались, второй набор. У меня под лайтик вдруг окушка там выдурю какого-то. Так, иди сюда, как тебя достать? В общем, так, постараюсь показать. Дайва Silver Creek спиннинг 2.20, тест 3.14, катушка Дайва Ниндзя ЛТ 3000, и блесенку пробую тоже, Дайва Silver Creek называется, еще такая у меня есть, но на это я еще ничего не поймал. Дайва Silver Creek уже ловил. В общем, такое, друзья, пробуем рыбачить. Все полезные ссылки в описании под видео оставляю. Даже в первом комментарии вам специально, друзья, оставлю, чтобы вы там не напрягались, не нажимали эту кнопочку открыть описание. Боже, это ж столько работы нужно.
Оно вам надо, не надо. Все в первый комментарий оставляю. В первом комментарии. Полезные ссылки, меня тут увлекали рекламой. Друзья, ну я пользуюсь тем, чем пользуюсь, то и показываю. Все равно спрашивайте постоянно. Димон, дай ссылку на то, Димон, дай ссылку на это. Пожалуйста, вам ссылки. Мне не жалко. Так, телефон звонит. Все, я перевожу камеру в говорящие руки режим, и мы рыбачим. Друзья, есть поклевочка. Уговорил. Все тот же. Такая побольше. Сюда. Ну, с кило уже. Тихо. Тихо. Все показываю. Вот. Все тот же битый окунь. Не прошло и 3 часа. Так, спрашивали, зачем в лодке ковер. Друзья, я просто очень сильно люблю свою лодочку и не люблю, когда тут песок, вода, вот это весь мусор. А ковер себе вымыл. Вот такой старый ковер. Термос, кстати, тоже нужен. Ковер себе вынул, вытрусил песок, сполоснул, если надо, он стек, все забрал. Лодка внутри чистая. Ну, самое главное, что без песка. И все. Такой лайфхак очередной. Так, ну, я сегодня с Максиком вместе. У нас получается 2-2 с Максиком по рыбе. Но у меня покрупнее. Это хорошо. Так, чтобы вам видно было. Реально холодно, погодка тоже не очень. Ветер. Ну, ветер это хорошо, но то, что солнышко периодически вылазит, вот такое вот. Это, конечно, не есть гуд. Заброс. И равномерочка сразу. Можно заглублять. Но смысла нету, тут не глубоко, тут везде там метр с копейками. И равномерочка. Быстрее, медленнее, все. Кстати, воблер очень классно твичится такими вот рывочками. Но равномерка лучше тут работает на этом водоеме. Почему-то. Непонятно почему. Так. Кстати, был интересный случай тоже у меня тут произошел. Я сначала переставил вот на такого битого карася. И как он там, вроде битый карась называется, быкась. Был удар. Поставил вот этого битого окуня, сразу же доловил. Ну, по нынешним меркам такая закилошка, неплохая щучка. В принципе, вот ищем. Мы с Максом пробовали возле камышика ловить. Нифига. Ну, у Макса там 2 мелкие, а у меня нифига. И вот я, считайте, что по центру озера, ну, тут везде глубина неглубокая. Там до 1,5, наверное, метра. Ну, может, в некоторых местах до 2. И есть такие лопухи эти, кувшинки. Вот. И ищу такие вот островки и вокруг них начинаю обрасывать. Вот, собственно говоря, и тактика всей рыбалки. Ну, в общем, друзья, настроение, конечно, чуть поднялось, потому что 3 часа реально, даже, наверное, больше часа 4 без поклевки. Мы пообедали. И вот, пожалуйста. Еще до вечера, надеюсь, что-то будет. В любом случае, уже видео для вас покажу, а то без рыбы как-то, друзья. Вы понимаете, едешь на рыбалку и переживаешь, чтобы поймать рыбу, чтобы вам же видео показать, а не там отдохнуть или что, как другие. Вот, кстати, по водоему тоже народ. Вообще больше половины лодок, наверное, 70% уже свалили с водоема.
на берегу квасят, красавчики, без меня. Почему? Потому что я за рулем. За рулем не вживаю. В общем, вот такие вот дела. Пробуем дальше рыбачить. Равномерочка, ну такая нудная трошки рыбалка, но... Да, пробовал максквады свои, вот у него там от 1.5 метра заглубления. Он сразу втыкается в траву, сразу. То есть пару твичинговых рывочков делаешь, и он уже в траве. То есть нереально. Опять солнышко выходит. Короче, продолжаем мы рыбалочку. Лебеди еще не улетели. Еще серые даже есть. Ноябрь месяц. Кстати, сегодня Дмитрия. Вот. Не хочу, конечно, напрашиваться на поздравления, но будет приятно. Взял и напросился, да? Ладно, проехали. Ну что, заодно посмотрим, кто смотрит видео до конца. А еще ж и не конец, до середины кто смотрит. Кто до конца досмотрит, друзья, будет следующий квест для вас, для самых преданных подписчиков канала Афиша. Друзья, вышло солнышко, и мы решили собираться домой. В общем, клев как отрезало, его и так особо не было. Получается, пошел кардинальная перемена погоды. Реально, 2 дня, по прогнозам, рыба особо не клюет. В общем, мы с коллегами собираемся. Вон народ, вы видите, тоже весь, все собираются, толку оставаться дольше, там ночью собираться нету. Ну, все равно от нуля ушли, Макс 2 щучки поймал, я 2 щучки поймал. В общем, считаю, рыбалочка удалась. Какие-то полезные кому-то вещи рассказал, если да, ставим лайкосик, подписываемся на канал. Полезные ссылки в первом комментарии и в описании под видео. До встречи на рыбалке и канале Афишинг. Пока!